Следственный комитет Удмуртии проводит проверку в связи со скоропостижной смертью Кирилла Толмацкого, известного по псевдониму Децл. Как сообщил его концертный директор, исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной его смерти, по предварительной информации, стала остановка сердца. Певцу было 35 лет. За свою карьеру он выпустил 7 студийных альбомов. 3 февраля около 1 часа ночи в кафе «Пош» в городе Ижевске после выступления в частном мероприятии скончался музыкант Кирилл Толмацкий. Следственным комитетом по Удмуртской республике проводится доследственная проверка, в рамках которой назначено судебно-медицинское исследование для установления причины его смерти. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.